На стадионе «Электрон» прошел слет воспитанников спортивных школ городского округа. Праздник собрал юных футболистов из разных команд и учреждений. За детским фестивалем наблюдала съемочная группа нашего телеканала. Слет воспитанников спортивных школ уже стал традиционным праздником. На одной площадке собираются дети, которые занимаются в разных учреждениях, но имеют одну общую любовь – любовь к футболу. И этот фестиваль ежегодно организовывает спорткомитет городского округа Люберцы совместно с Федерацией футбола. В летний период времени, чем больше детей мы отвлечем от улицы и займем делом, чем больше мы их вовлечем в летний период времени в спорт, тем больше мы получим на выходе, что дети смогут коммуницировать, общаться между собой, дружить. И, конечно, у каждого ребенка должно быть счастливое детство. Не просто детство, а именно счастливое детство. На этот раз лед собрал больше 200 участников. Спортсмены играют один тайм по 15 минут. На футбольном поле встретились 20 команд в возрасте от 8 до 12 лет. Были сложности в игре, но на следующий матч мы сложим и выложимся. Очень хорошо то, что так организовали, потому что всем хочется играть, а на больших играх там идут сложные игры и замены всегда. Поэтому то, что так придумали, это очень хорошо. Я люблю игру в футбол, потому что, не знаю, я получаю от этого какие-то очень классные впечатления, и мне это нравится, меня это заводит прямо играть. В перерывах между матчами футболисты посетили мастер-классы. Для каждого игрока, независимо от результатов соревнований, приготовили призы и памятные подарки. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.